Привет! Ай, сердечко! Ну ты какое сердечко? Дай отвертку, быстрее прикрути! Ай, сейчас, секунду! Давай резче! Блин, замучила своими... Да. Будешь орешки? Да. На. А ты что, орешки не будешь? А я орешки не люблю, я вот люблю шоколадку с орешками. Вот. Шоколадку люблю, а орешки не очень. Выпекаем и наливаем сок. Па, давай снежки. Лер, ты... Фу, Лер, ты что, ненормально? Ты что делаешь-то? Что, доигралась? Я тебе дам сейчас снежки. Лер, мы на Новый год с мамой решили тебе дома телефончик подарить. На, держи. Пап, тут же две камеры. Да, две. Одна широкоформатная, другая обычная камера. Две, это даже не одна. Лер, угадываешь, сколько стоит, я тебе купаю? 60 тысяч. Нет, 109. Пошли. Лер, угадываешь, сколько клавиатура стоит, я тебе купаю? 6 тысяч. Сколько? 6. Нет, 15 тысяч. Пойдем дальше. Лер. Лер, угадываешь, сколько вот этот телек стоит, я тебе покупаю? 649 999. В смысле? Походу попадос. Девушка, а можно нам вот это с собой? Да, конечно. Просто у нас дома собака, мы ей отдадим. Па, ты что, купил собаку? Лер, давай же мириться. Да, влазь, я уже успокоилась. Честно? Честно. Папа, можно я сегодня в школу не пойду? С чего это еще? Ну просто училка сказала, если будет минус 30, то можно не ходить. Ага, да, Марья Ивановна, понял. Спасибо большое, до свидания. Ладно, оставайся. Yes! Алло, Алис, ты тоже дома остаешься? Ну что, куда гулять пойдешь? Чего? Значит, школа холодная, тебя гулять нет? Ну, пап! На рюкзак и быстро в школу. Лер, быстрее собирайся, поехали на тюбинге кататься, там снега полно. Да, на тюбинге, я целый год этого ждала. Лер, а можешь тюбинг до города донести? Да, конечно. Давай, спасибо. Лер, а можешь все накачать? Ладно. Папа, я не пойду больше с тобой на горку кататься. Лер, да не ной, тащи уже. Что так медленно, ты не могу понять, давай. Ну вот и покатались.